14 октября Украина отмечает День защитника и чествует память воинов, которые отдали жизнь за свободу и независимость Украины. В Одессе торжества начались с минуты молчания и возложения цветов к подножию памятника Тарасу Шевченко. Процессию официальных лиц возглавляет губернатор Максим Степанов. В своем выступлении руководитель областной администрации обращается не только к воинам и ветеранам. Я аплодую вашим матерям. Незламні, нескорені, непереможні. Такими були, є і будуть українські воїни. Живыми цветами в День защитника Украины украшен не только монумент великому поэту. На этом месте, в сквере Небесной Сотни, скоро появится одноименный памятник. Его еще нет, но цветы сюда уже несут. Сегодня мы вшановуем память наших земляків, побратимів, которые отдали свое життя за мир и независимость страны. И разбил кайдары закованных, сами душеробив твоих упаки. Погибшие герои Майдана, бойцы, которых забрал у родных и близких мятежный Донбасс. Все они делали одно дело. Я пишаюся тим, що молоде покоління, наші мої, вже так будемо казати, внуки, сьогодні з честю несуть славу своїх пращурів. Бо історія України, її військова історія, це історія героїчної боротьби українців, українського народу за свою незалежність. Молодіж у нас хороша. Єдине, я завжди говорю, молодіж треба воспитувати. До 20 років, вважайте, це чоловіка воспитують общество, люди. Тому молодіж, я вважаю, хороша. Может быть, наставники не все у нас хорошие, это уже другое. Особенно своим личным примером рассказывают, например, что надо жить правильно, а сами в это время воруют. На верность Украине присягнули и 270 будущих полицейских. Уважать та охранять права и свободы людини. Честь державы. Честь державы. Здійністю нести високе звання поліцейського. Здійністю нести високе звання поліцейського. Минутой молчания почтили память тех, кто пожертвовал своей жизнью, защищая Украину. Это и воины АТО, и правоохранители, погибшие при исполнении, и герои Небесной Сотни. Молодые полицейские признаются, профессию выбрали осознанно. Уже на первом курсе Максим знает, что во благо нашего государства не пожалеет свою жизнь. Теперь не просто гражданин, а гражданин с обязанностями, специальными обязанностями по охране прав и свобод других людей. В будущем, надеюсь, все-таки стать настоящим полицейским во всех смыслах. Студенты Одесского национального университета внутренних дел показали мастер-класс по рукопашному бою. Поздравил правоохранителей и начальник нацполиции в Одесской области. Дмитрий Головин уверен, присяга полицейского – это на всю жизнь. Прежде всего, я их хочу поздравить. Они приняли сегодня присягу сотрудника полиции. Они стали защитниками. Естественно, через 4 года мы их ждем в рядах национальной полиции в Одесской области. Так что счастья им, здоровья. Спасибо. Вот что значит присяга? Присяга – это то событие, когда человек осознает, что он становится ответственным за охрану, за защиту, за обеспечение публичного порядка. То есть это много для нас значит. Для будущих офицеров это одно из самых важнейших событий. Весь коллектив телеканала «Думская ТВ» присоединяется к поздравлениям. Спасибо нашим защитникам, тем, кто, рискуя своей жизнью, сохраняет целостность Украины. Не сумуй, коли мене немає. Помолись і поцілуй дитину. Пам'ять.
версії. Іван Леонтьєв, Євгеній Войтенко, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ. Завжди оберігає всіх тих, хто захищає Україну.